Хочу бегло рассказать, как работает REV Thermo King. Вот, 53 фита. Это, по-моему, 13 метров. Длина его. А вот сам агрегат. Он сейчас выключен. Включаем. Он немножко долго думает, но это так и есть. Если что-то неисправно во время движения, загорится вот эта кнопочка, лампочка, аларм. Ну, поначалу она всегда горит, это так и должно быть. Он долго думает. Сейчас выставлена температура 33 по Фаренгейту. 6759 часов он проработал. А внутри будки температура 67 по Фаренгейту. Вот сейчас стоит Continuous. Continuous — это беспрерывная работа. Сейчас он запустится. Я еще покажу. Зеленое вот здесь. Это все хорошо с ним. Он работает исправно. Если что-то не так, вверху засветится желтая лампочка. Статус окей. Вот сейчас он заведется сам. Все делает сам. Заводится, глушится. Сигнал пошел, сейчас заведется. А ну. Завелся. Если нужно поменять температуру, я его выключу, тут не слышно ничего. Если нужно поменять температуру вниз, вверх, и на Enter обязательно не забывайте. Потому что вот здесь setup points, а потом вниз-вверх. Вот. Старт и стоп. То есть, если нажать, например, Continuous, он беспрерывно будет работать. Если старт-стоп, то он нагонит температуру, выключится. Температура поднимется, он опять включится. Ну, в общем, вот так. Здесь дефрост — это чтобы разморозить его. Вот. Внутри показать. Сейчас покажу внутри, секунду. Вот его моторчик. Сейчас. Вот насос сам. Руки нельзя запихать. Ну вот мотор. Как на легковой.